Привет, ребят. Давно не было видео у нас. И вот я решил записать, как я подготавливаюсь к охоте на бобра. На подледную охоту. Вот, как я что делаю, чтобы не рубить там в лесу, ничего не мучиться. Взял все с собой и, как говорится, вырубил полмира и поставил. Вот. Я заранее сходил в лес, срубил осинку. Сейчас берем, подбираем по длине. Вот. Вот здесь, ну, по этому сучку обрубаем, чтобы она не торчала за грани рамок. Вот. И привязываем. Штатива, блин, нету с собой. Не знаю, получится так поставить, нет. Телефонку, чтобы вам видно было. Вот, вот так вот. Осинка мороженая. Вот. Делаем надгрызы, чтобы в темной воде видно было. Вот так вот. Типа надгрызина. Вот. КП-600. Значит, и палочка у нас где-то около 600. Так. А вон к нам телезритель прилетел, она покушать прилетела. На 250 берем, ну, чуть-чуть потоньше, с другой стороны. И то же самое делаем. Обрубаем топором. Вот. Вот так вот. Берем проволоку и привязываем. Беру проволоку алюминиевую, дефицитную. Ну, как практика позволяет, надолго ее хватает. Что она спокойно, можно медленную, если есть наличие. Вот. Капкан у меня заряженный, стоит на предохранителе. А как вытащил его с половины, так и не спускал. Это, конечно, зря. Пружины проседают от этого. Ну ничего, мне год же стоит, а всего недели три. Я сейчас жду мороза сильно, когда морозы начнутся, тогда поставим еще капкашки, попробуем поймать одного хотя бы бобренка. Вот. А так будет замечательно, если попадется. Не попадется, ну и мой флаг, пускай живет. Долго не буду ждать, буквально пару деньков подожду и проверю. Вот. Все это, конечно, мы вместе посмотрим. Я запишу это, когда, как что. Вот. А раньше не получалось поставить капканы из-за того, что у нас была оттепель. И все эти речушки горные, они отошли, и выйти на лед невозможно. На речку, на Уфу, идти тоже нереально. Там наледи по колено. Снега столько выпало, что... Ну, как вам показать? Просто куча снега выпало. Невозможно. На лыжах идти он еще не держит. Ничего. Так, ну ставлю на паузу. Сейчас я прикручу и покажу вам. Ну, вот типа такого получилось. Что, берем, поднимаем. У нас бревешка внутри была. Не внизу, нигде, а внутри. Чтобы бобер подплыл и хватит. По мордам своему получил. Вот. А у нас боевой сторожок поставил. Но предохранитель стоит на месте. Он, смотрите, видите? Он подплывает, трогает палочку. И не срабатывает. Вот. В воде-то он сработает по-любому. Вот. Вот такие вот дела. И таким же макаром на это. Его сейчас сначала взвести надо, а потом уже будем лепить палку. Ну вот получилось так. В принципе, на это КП-250 можно не привязывать. А сжимается оно рамками. И выглядит не очень хорошо. Мне это понравилось.
Можно таких вот наделать заготовочек с собой, таскать на 250 и на 600 парочку. Просто-напросто бывают такие моменты, что либо бобер, когда бьется, палочки теряются. А если его не привязать вот здесь, в этом варианте, а он по-любому палочку уплывет, приманка. Пробовала кучу, вот такую охапку берешь мелких побегов молодых веточек, на него хуже идет он. Ну, не знаю, не нравится ему это. Вот. А когда вот бревно, особенно побольше туда вот ставишь, такое здоровое, у меня просто нету сейчас с собой показать вам. Ну, сантиметров, наверное, 10, можно даже 8 в диаметре такую бревешку ставишь. Он на него вообще охотно идет. Он видит бревно, ему надо его сожрать. Все. Знаете, жадность. Как говорится у нас, жадность фраера погубит. Так и тут. Вот. Было ли познательно видео? Ставим лайки, комментируем, обсуждаем. Вот так вот. Погода у нас восстанавливается. Вроде бы морозы начинают идти. Уже минут где-то 15 чувствуется. А мы топим баньку и пойдем париться. Вот. Всех прошедшими праздниками, наступившим Новым годом, как говорится. Всем благ, здоровья и т.п. Вот. А мы на этой нотке будем заканчивать. Будем ждать, когда крепнет лед, и выходить на лед ловить зубоскала.